Вот такой интересный момент. Здесь кафе на заправке. Вот эта собачка. Она пришла с хозяином сюда. И уселась на диван, улеглась. И подошла, ну, работница, вот там вот застойчика на этого заведения, ну, кафе. И она настолько, ну, как-то по-дружески эту собаку потрепала по холку. Ну, с хозяина отошел как раз. И она сразу послушалась и легла на пол. Ну, так просто, знаете, как-то по-дружески так. И собака послушала, и, в общем, все очень демократично. Так мне понравился этот такой эпизод. Посмотрите, какой интересный дизайн потолка. Это просто на заправке. Ну, магазин, как обычно, на заправках. И вот такая, как кафешка. Смотрите, как интересно сделано. Такое углубление в потолке. Вот. Видите? И вот интересно, как будто бы сверху заглядывают люди вниз. Вот, но не только люди. Там еще кто у нас? Конь с крыльями летающий. Собака. Козы. И дети. В общем, все так интересно. И вот тут мы с Франком сидим. Мы отражаемся в зеркале. Мы сели специально так вот за стоечка тут вот. Так что мы сидим как бы и внутри, но не со всеми, а вот отдельно чуть-чуть. Я Франк. Вы сидите в each apart. Да, мы говорит, очень хорошо сидим. Вот так вот мы сегодня проводим вечер субботы. Всем добра, удачи и до новых видео. Уютных выходных или уютного дня недели, в котором вы сейчас находитесь. Подписывайтесь на наш канал, приходите к нам на наши новые видео, ставьте лайки, если нравятся наши видео. И с вами отражающийся в вечернем окне Франк и Анна. Пока! Okay.